Ближайшие выборы мэра в Одессе состоятся уже через 3 месяца. Они запланированы на 25 октября. Согласно новому закону, чтобы победить будущему градоначальнику, надо набрать больше половины голосов всех избирателей, иначе быть второму туру. Новые правила распространяются только на большие города, то есть те, в которых количество избирателей превышает 90 тысяч. Кроме Одессы, в нашей области таких больше нет. Для сравнения, в тройку самых населенных городов региона также входят Ильичевск и Измаил, но в них проживает всего по 75 тысяч человек. Поэтому выборы здесь пройдут по старым правилам в один тур. Кроме того, согласно новому закону, изменится количество депутатов в местных советах. Их станет меньше почти на четверть. В областном вместо 132 теперь будет заседать 110, а в городском совете Одессы вместо 120 их останется 90. Но стремиться еще есть куда. Для сравнения, в Лондоне, где живут 7,5 миллионов человек, депутатов всего 25, а в Нью-Йорке 51 депутат на 8,5 миллионов жителей. В Одесской областной администрации решили сократить и чиновничий аппарат. Причем без всяких законов. Количество управлений в ближайшее время сократится практически вдвое. Вместо 781 человека останется чуть больше 400. И это только первый этап. На втором, до ноября следующего года, количество сотрудников обладминистрации уменьшится до 2,5 сотен. Главное, чтобы жить стало лучше. Остальное одесситы простят.